Это первая самая встреча с Неро. Сейчас все делается только ради одного эксперимента. Вот они, пушечки. У всех одинаковые, да? Я не думаю, что у кого-то надо будет выбивать что-то. Ага. Так, ну что ж, попотеем еще раз. Специалист Неро, что тут могут делать ученые? Надо подобраться ближе. Лена, что это слышали? Если меня засекут, ничего страшного. Главное, не я переиграю, мы здесь все рядом. Ну, там нам написали то, что... Отвлекло их внимание. До свидания. Понятно, видят. Я тут. Как он захочет, так и с вами. Все, погнали. Проходите сквозь снова. Тут меня не видно. Да, не видно вообще, не слышно, зато есть мины. Черт. Так, раз мина, я заодно... Так, вторая, это чтобы если что отбросило, и третья здесь. О, побежал, побежал, побежал. Отлично. Проверяй. Йо. Он еще и пойдет туда проверять. Ну туда ешь, конечно. Ой. О, в воде, в воде. В воде, но, блин. Чуть-чуть не долетел. Еще разочек. Ну-ка. Понятно. Ура. Ну ладно, короче, здесь слишком маленький водоем, чтобы заниматься всякой подобной ерундой. Ну да ладно, короче. Результата пришлось ждать чуть дольше, но мы зато, в принципе, хорошенько так поиграли. Вот, так что это будет... Так, не высовываться. Если кто хочет, может, естественно, попробовать сам покидаться камушками. Вот, но пару раз он в водичку падал, и вот в том месте, вот здесь, там как бы достаточно глубоко. Ну, для того, чтобы падение ему утонуть. Вот, так что если у кого получится, присылайте видео, посмотрим, что там. До новых встреч!